многообещающая вступительная заставка, не так ли? Но любители интернет-дрочева сейчас дико разочаруются, потому что этот массаж будет делать не какая-нибудь горничная в чулках и короткой юбке, а странный мужик в белом кимоно. Легкими, плавными движениями вы начинаете его массировать. Ваша задача состоит в том, чтобы не возбудиться от этих действий. Еще раз повторяюсь, мы занимаемся профилактикой. Окей, первая вещь, на которую я обратил внимание, это задний план. Такое ощущение, что все снимается в подвале какой-нибудь пятиэтажки. И представьте реакцию трубопроводчика, спустившегося на работу и увидевшего мужика в белом кимоно, который легкими, плавными движениями массирует чей-то оторванный член. Отвали отсюда, блядь! И, немножко согнувшись, начинаете наносить легкие удары по внутренней поверхности бедра. Не делая это упражнение, у вас отвалится хуй. Хотя, чтобы выполнить данное упражнение, вам все равно придется его оторвать. Я даже пробовал повторить за доктором, но, видимо, у меня далеко до его мастерства. Потому что именно вот таким образом бить членом по своим ногам невозможно. Орган должен быть не эрегирован. Ну и, конечно, налетели тролли со своими комментами. Доктор, я кончил, я безнадежен. Здравствуйте, меня зовут Таня, мне 27 лет, я живу в городе Симферополе. Привет, меня зовут Максим, мне 21, и я живу в Москве. В один прекрасный день я проснулась и подумала, что я хочу заниматься теннисом. В теннисе мне очень нравится теннис. Бля, ребят, ну что за пиздец? Зачем вы присылаете мне такие видео? Мне реально было физически больно его смотреть. Открыть собственное дело мне помогли мои родители. Дали мне определенную денежную сумму, которая потом все равно, конечно же, не хватило. Потом они еще мне давали. Я люблю очень дорогие вещи, мне все время хочется их покупать. Я люблю хорошие очки. Но люди, считающие эту девушку глупой, сильно заблуждаются. Просто судя по тому, как она, не договаривая одну мысль, резко переключается на другую, становится ясно, что у нее много умных и интересных мыслей в голове. Просто рот не успевает их озвучить. И поэтому большую часть времени несет хуйню или закрыт. В принципе, как и мой. Я никогда не думал, что скажу это здесь, но эта девушка — дочь капитана Очевидность. Я люблю, чтобы работник был как хороший работник. Привет, Максим. Таня. Ух ты. Это просто я очень волнуюсь. Ну, очень приятно. А это записки обо мне. Это о тебе? Да. Хорошо. Три качества, которые должен знать обо мне. Первое, я люблю поспать. Второе, я люблю тратить деньги. Третье, я люблю играть в большой теннис. Все. Макс попал. Этот его смешок в конце идеально резюмирует все видео. И на моем месте он бы не стал распинаться и сделал бы все проще. В теннисе мне очень нравится теннис. Следующее видео не особо смешное. Оно скорее интересное и в какой-то степени зрелищное. В общем, дело происходит на сталелитейном заводе в Польше. И насколько мне известно, это обычная авария, которая случается довольно часто. Но лично для меня это нихуя не обычная авария. И если бы я увидел такое вживую, я бы обделался, позвонил маме и попросил, чтобы она поскорее забрала меня домой. А мужикам в цехе вообще поебать на происходящее. Только что у них на глазах, как Годзилла из пазов, вышел огромный кусок раскаленного металла. А они даже умудряются поугарать над этим. Но на самом деле это вовсе не завод стали, а фабрика по производству световых мечей ситхов. Да, рабочие получат пиздюлей от Дарта Вейдера, когда он придет с проверкой и узнает об инциденте. I find your lack of faith disturbing. Знаете, я очень завидую людям, которые могут уснуть в абсолютно любых условиях. И вот этот мужик, видимо, мастер своего дела. Сейчас мы его снимем. Попал. Да не пьяный он, просто дядька-акробат и пытается встать на голову. Ну или он уронил контактную линзу и ищет ее. Короче, в этом видео больше нет ничего особо интересного, кроме основного момента в конце, как обычно. Почти чуть-чуть. Нет, все. Во! Попал. Трехочковый, блядь? Любой баскетболист позавидует такому четкому попаданию в корзину. Я думаю, этого мужика можно теперь смело вместо мяча в баскетболе использовать. Только если команда хочет победы, придется ему пару лишних крепких охот подогнать, чтобы преимущество было на вашей стороне.
Подписывайтесь на новые видео. Это был Плюс 100500. Меня зовут Максим. Пока. Ребят, можете подписываться на мой второй канал Moron Days, где помимо самих подкастов я еще буду дико ебашить в покер, готовясь к турниру Скуп. Все, Макс попал.